Друзья, всем привет! Мы с сельчанкой. Смотрите, сколько картошки. Это привез Витя, ездил с детьми, и отец наш мой. И вот сколько они нас собирали. Заплатили за этот прицеп они $20, сказали им заплатить. Конечно, мы ее сегодня закапывать не будем. Оставим ее. Сегодня у нас суббота, до понедельника, чтобы она просохла. Конечно же, на ночь мы ее накроем брезентом, чтобы она, ну, вдруг дождь будет. Знаете, смотрите, какая хорошенькая, большущая. А как пахнет? А, картошкой. Натурально. Да, натуральная. И это, друзья, не кормовая картошка. Это картошка такая натуральная, можно сказать, потому что здесь не кормят худобу. Худобу, да, правильно сказала. Этим картошкой, например, там свиньи, так как мы на Украине картошкой кормили, то здесь так нет. Здесь кукурузой, пшеницей, мукой здесь кормят свиней, коров всяких, силос, все такое. А картошку они сажают на чипсы, на пюре, на замороженную картошку, то картошку фри делать, знаете, продается. То это все с этой картошки. И ездили это они до фермера и насобирали. У него там на поле они копают, уже выкопали они два поля, наверное, еще там осталось копать им. Ездили они с детьми. Мы никто не ездили. Наши дети сейчас уехали на 2 дня. На два дня. Уехали. А то они ездили с Ксаными детьми, и Витя своих взял. А Гена болеет, то так. Ну, получилось. Слава Богу, они сами справились вдвоем. Ну, с детьми насобирали. Говорил Яков, что много собирал. И сейчас мы будем ее высыпать. Нужно принести рукавицы. Есть для меня? Есть. А ну? У меня есть. У тебя есть, да? О, какая красота, вкуснота. Это в духовке запекать зимой. Да. Сейчас мы ее сюда высыплем, сгрузим и пускай высыхает. Витя, как ты собирал картошку, и футболка чистая. О, видите, как умеет. Молодец. Все, вот так. Сгружаем. Она, ну, немножко стукается, бьется, но ничего, друзья. Мы каждый год так, и все нормально. Ты же не будешь каждую картошку брать в руку и ее складывать хорошенько. Как камни, такой цвет. Это так, такими кучами, чтобы она просыхала. И еще один там рывочек немножечко. И все. Я думаю, достаточно будет на 3 семьи. Только кушать. Это не для кур, не для чего. Только чтобы есть. Так. Дети уже побежали в дом. Они хотят есть. Ну, там я суши сделала. Роллы. То сейчас и этих накормлю мужчин. Так, иду помогать, друзья, потому что я тоже помогаю. Все, слава Богу, справились уже с картошкой. Ну, не знаю, я думаю, хватит. Ну, можно еще. То Витины рукав... А, пускай остаются, да, на... Окей. А в понедельник отец приедет и будет закапывать. Он очень этим любит заниматься. Соломы нужно купить. Ух. Да, слава Богу. Погребок мы не делаем. Закапываем землю. Каждый год там так. И не мерзнет, все нормально, хорошо. Не знаю, может быть, еще раз съездить. Может быть, будет мало. Хотя у меня еще один ящик такой есть.
своей картошки с огорода. Вот помидоров еще сколько. Так, иду делать обед им. Дети уже гоняют. Малинку хочу сегодня собрать. Снова сахаром перетереть. Смотрите, как снова созрела. Ой, ты ж красавица какая. Вкусная такая. Курочки уже на этой стороне гуляют. Открываем и сюда двери. И туда. Ну, выгон такой. На этом выгоне. За сараем там и здесь. Огурчики нужно собрать. Еще растут в тепличке, представляете? Сентябрь, а у меня еще огурцы. Друзья, сегодня какое? 15, да? Или 16 сентября. А у нас, смотрите, а у нас гусечки. А у нас клубника еще есть, да, хлопцы? Ромик, покажи. Да, вот в Тимы. Смотрите, какая вкусная еще, хорошенькая. А в Якова какая? О, ты шо? Кушайте. Я так ее и не обрезала. Эти усы. Смотрите, как оно все здесь заросло. Сколько всяких пасынков. Все это буду убирать. Потому что я еще не... О, смотрите, вот вам и клубничка. Один кустик, второй, если сажать, да? Ну, она мне не нужна. А я помидорки ем в огороде, иду малину собирать. Ну, Тима, покажи, какая клубничка. Ох, какая красивая, как летом. Как летом. Аккуратненько есть, она есть в некоторых кустах. Вы смотрите, где цветочки цветут, там и клубничка будет. И сразу насобирали, сразу кушайте. А то сейчас выпадет из руки и потеряется. Ты, Дима, не нашел? Съел, да? Молодец. Яков, быстренько съедай. У, Рома, смотрите, сколько насобирал. Да ты что, молодец, кушай. Да, маленькая будет сладкая. Кушай, Яков, кушай. Да, вас будут кусать, потому что вы чужие. Это они хотят кусать, да. Они знают, кто свой, а кто чужой. Как собачки они у нас. Да, слава богу, клубничка. Ой, я здесь давно не была. О, оно все сплело. Смотрите, если ничего не делать, заплетет. Вау, ковер станет. Вот такой становится кустик. Вот. И покупать не надо рассаду, уже свою можно. Кому надо, приезжайте. Берите, потому что буду вырезать. Но сейчас пока нет, потому что нету времени. Кушай, Яков, быстренько. Папа в машине не даст покушать. Кабачки. Можно посмотреть. Ой, есть два маленьких, можно собрать. Как хорошо. Так, Якова и помидор, и клубника, и яблоко. Вот помидоры, как яблоко кушаем. И Рома есть сразу помидорчик, да? Вкусные. И малинку кушайте. Все есть в огороде, слава богу. Яблоки домашние, вот с той яблоньки, такие вкусные, просто как мед, такие сладкие. Ну, еще мне нужно, смотрите, сколько малинки. Я ее сейчас пройдусь, соберу. Всю соберу, да, много есть. Пока еще не стемнело, то соберу. И перчик есть у меня. Смотрите, какой красивый. Видите, какая перчина большая? Да? Угу. Вот, друзья, под охраной. Ничего не разрешаю делать. Немножко вышел на улицу. Нужно, чтобы все было хорошо. Смотрите, сколько... Ну, пособирал Гена мне перец. Это домашний перчик.
Немножко вот уже он начинает. Ну, я это отрежу. Это все обрезается. Но. О, какой красивый. У нее еще есть, друзья, рецепт. А, как он называется? Просто перец. А быть простой перец, и он так сложивается. В банку с петрушкой, с чесноком перекладывай. Переложивается, и все. Угу. Больше там ничего не надо добавлять, и это просто... Еще маринад заливаю и стерилизую немножко. Это просто бомбезно. Да, вкусно. Ну, да, нужно будет сделать. Срывали, может быть, этот зеленый и созрел бы, я не знаю. Но есть такие зеленые... Вот а его не поймешь. Вот он висит вместе с этим перцем. Угу. Ну, вот стал он красный. Уже тут мягкое. Да. Понимаешь? Чтобы не портилось. То есть, ну, о, да. Вот что ждать, да, вот в этом, что ждать? Ты же не можешь. Угу. Когда? То мы сорвали и зеленый, я и зеленый закрою. И такой еще есть. Да, это маленькие такие. Красавчички. Угу. Банана свит он называется. Сладенький бананчик. Этот, вот эта закрутка идет как деликатес. Его всегда мало. И он такой очень-очень вкусный. И смотрите, сколько малинки уже я собрала. Вот такую корзинку себе подцепила сюда на пояс. Уже 3 корзинки. Вот кастрюлька. Главное не высыпать, да? Да. А ну сделай проход, я сюда поставлю в тачку. Хорошо. А на базаре, друзья, на ярмарке я вам снимала, помните? Вот одна перчинка $1.79. Да, так что ты не купишь, но... Чтобы купить, закрыть перца, то дорого. Так, я иду собирать дальше. Свекла очень большая. Еще я не убираю. Ну, скоро уже буду, но пока сейчас нету времени. Тут такая большая, красивая. Конечно же, покажу вам. Еще мне эту сторону пройти от половинки. И все. Здесь уже прошла. А здесь, смотрите, какое красное. И пчелы гудут. Может, друзья, кто-то скучал за моими вот красавицами такими. Я уже открыла дверь, и пускай немножко поедят травы. И что хочу показать, смотрите. Сколько я собрала огурчиков в тепличке сегодня. Ой. Не огурчики показываю, а... Ну, вот такой большой пускай будет. И смотрите, какие они красивенькие в тепличке. Просто... Просто вау. Как-то в огороде они не такие. Там идет на них дождь. Ну, а здесь просто такие, как куколки какие-то. Вот. Да? Еще свои огурчики. Несколько еще таких вот побольше, то курочкам выбросила, пускай едят. Я им тоже не жалею. Помидорки ношу. Помидорки занесла вот там. 2 ведра. Пускай едят. А здесь везу пшеничку. Вот. Насыпала там пшеницы возле бочек. Видите, там свадьба происходит, да. Там насыпала, едят. И еще в дворик везу. И уже так нужно убирать огородик. Еще несколько. Вот есть помидор. Видите, зеленые. Пускай висят. Не буду обрывать. А те, которые уже такие портятся, то я... Ну, девчата, давайте едем. И вот везу так этой тачечкой, что мне... А ну-ну-ну, киш-киш-киш, дай. Да не... Они же не боятся меня. Потому что я их же не бью, не кричу. Тачечку, которую мне Надя приобрела. Спасибо вам, Надя. Вот, немножко сюда выбросила помидор. И вот туда на стол их. Но нужно лучше бы туда, потому что здесь они, я вижу, не очень. А там вот так приду, и уже будет пусто. А здесь как-то так на земле валяются. Они топчут по их, ну, по ним, вернее. Но все равно съедят. И павлинчик есть. Все на месте. Пойду еще соберу, посмотрю кабачки, потому что я уже их
не жарю, уже не ем. А пойду и курочкам занесу, им тоже. Ой, тележка моя что-то барахлит. Ну, ведерко стучит. Им же тоже нужно витаминки. Ой, как цесаренька мчится, как цесаренька прет. Вот какая она шустренькая. Цесаренька, быстренько, там пшеничка, помидорки. Давай, девочка, давай, не бойся, моя хорошая, не бойся. Я иду. Все, давай, бежи. Беги, девочка, смотри, какая хитрая. И поперла в том платье таком пышном своем красивом. Вот какие кабаны насобирала, смотрите. Ну, этот еще так нормальный. Так. А вот какой кабачок. Я, если честно, я их и сажала, чтобы еще и курочкам было. Не закрывала в банки. Не едят, не любим мы. Не знаю. И помидорки еще вот такие уже. Портятся они, потому что уже время. И сейчас я просто вот так, ой, ну одной рукой не могу. Тяпкой их разрубаю, чтобы им было легче клевать. И пускай тоже витаминок, салатика покушают. Да, наша Ванда заготавливает себе дрова на зиму. А Рекс только так. Пока здесь гуляют в лес, и она не пойдет. Смотрите на Ванду. Девочка, ты такая хозяюшка, молодец. Да, и на Рексу не будет давать. Немножко, ну, бегают же собаки, они убегают, гуси. Пускай. Все, заготовила дрова и пошла. И смотрите, друзья, какой виноградик у нас. Назву я не знаю. Ой, какой-то мурашка какая-то, муравей. Но вкусный, это Гена мне принес, сорвал. Такой вкусный, такой сладкий. С косточкой внутри. Не знаю назвы, но очень вкусный. Главное, не мытый. Знаете, какой вкусный не мытый? Ну, если с магазина, да. А так, с улицы, со своего двора, огорода, сада. Дожди же идут. А обрабатывали мы их еще, когда не было даже ягод, наверное. От всяких жуков. Ой, Вандочка. Друзья, посмотрите на часы. У нас уже 10:53. А я готовлю суп. Потому что это Генин суп. Он его очень любит. И вот замороженный укропчик у меня, бомбочка такая, должна здесь сейчас растаять. И вот какой супчик получился он. Это его любимый суп. Смотрите, галушки эти делаю с домашних яиц. Короче, все домашнее мясо. Картошка с огорода, яйца. Ну, мука, конечно, покупная. А так укропчик. Морковь покупная. Ой, кстати, не все домашнее. Все, накрываем. И идем отдыхать. Здесь еще у меня выпекается хлеб. Я так ставлю хлебопечку и оставляю на ночь. А здесь, с этой стороны, вот еще нужно убрать. И немножечко помыть. Ну, чуток там. Потому что посудомойка полная. Это здесь я сделала эти галушки. Ой, или лапшу, как сказать, можно так. И смотрите, самоварчик стоит у меня на столе. Пока не знаю, где его, куда поставить. Пока там. А там, кто лежит, вот отдыхает, это пришел. Такой уставший с работы. Ой, целый день работал. Все спит. Это Муруля наш. Нужно тихонечко произносить имя, а то проснется. А вам, друзья, всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.